Всем привет из Новой Зеландии. Я пока точно еще не знаю его название. В сегодняшнем видео покажу кусочек красивой природы и растения, которые радуют душу и поднимают настроение. Это так необходимо нам в течение дня. Сегодня пришла в Queen Elizabeth Park делать свою тибетскую гимнастику. И сегодня я хочу посмотреть, сколько обхватов дерева, которое за моей спиной. Всего 4 обхвата, но куда-то. Сейчас будем замерять. Итак, как замерить дерево? Чтобы определить диаметр окружности, нужно ее длину поделить на число пи. Поэтому я вот таким простым способом определяю окружность этого дерева, этого кипариса. И прикину примерно, сколько это может быть метров, сантиметров, я поделила на число пи, и у меня получился диаметр дерева где-то 2,5 метра, может быть даже больше, так как дерево оно очень неравномерно круглое, то может быть даже местами до 3 метров. Это дерево ровно 7,5 моих обхватов. В Новой Зеландии сейчас самый конец зимы, последние деньки, скоро весна, и вся эта невероятная красота находится в Queen Elizabeth Park в городе Мастерта. Очень красивый парк, самый красивый в этом городке, самый обустроенный, с множеством спортивных площадок. История этого парка очень долгая, ему уже 130 лет, обоснован он был в 1854 году. И в 1954 году был переименован из общественного заповедника в Queen Elizabeth Park, назван в честь английской королевы. Я часто приезжаю в этот парк делать свою тибетскую гимнастику, либо просто погулять. И здесь можно найти местечки как для спокойного отдыха, так и для семейного отдыха и для активного. Вот сейчас вы видите детскую железную дорогу, такая узкоколеечка, маленькая станция, которая работает по воскресеньям, можно кататься на настоящем паровозе. Озеро в этом парке называется «Озеро воспоминаний», и если прогуляться по этому парку еще дальше, можно увидеть и старинное кладбище. А вот здесь вот сейчас небольшая площадка, детская площадка, и рядом крикет-клуб. Вот Мастертон крикет-клуб. А еще здесь есть мемориал солдатам Первой мировой войны, по-моему, Второй мировой, точно не помню. То, что сейчас вы видите на фотографиях, это декоративная капуста. В России я такую не видела, а здесь она выращивается как цветы, парковые цветы. Вообще очень много красивых цветов. Как-нибудь я прогуляюсь по этому парку и сделаю для вас зарисовки с других интересных мест. Здесь далеко живут олени, есть река с небольшим водопадиком. Прекрасный стадион, много-много всего интересного. Ну вот, сейчас полюбуйтесь на эти цветы. Расскажите, какое отношение имеет это видео к теме моего канала «Самое прямое»? Вы видели деревья, которые живут так долго и выглядят так прекрасно. Давайте мы тоже будем жить долго, выглядеть прекрасно и ощущать себя здоровыми. Всем пока, до новых встреч. Присоединяйтесь.